Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Ввиду конфиденциальности информации, да, вот ее личного характера и интимного. Ага, я не буду вопрос зачитывать, вот скажу просто, что у человека есть, скажем так, ряд потребностей. Вот, которые, значит, мешают человеку выстраивать отношения, мешают выстраивать отношения, вот, значит, с, ну, вот, с партнером своим, вот, и, соответственно, имеет место быть вот некоторые трудности, да, имеют место быть некоторые проблемы. Значит, да, человек хочет избавиться от этих вот проблем своих, так скажем. Вот. Ну, вот, значит, ну, пока что вот не знает, как лучше это сделать. Вот. Значит, смотрите, то, что вам нравится, и то, что вот вы, то, чего вам, так скажем, хочется, вот, не появилось просто так. Вот. Лично я думаю, что дело здесь именно в том, что вы таким образом, значит, стараетесь достичь безопасности, вот, то есть, ну, таким образом вы достигаете безопасности, вот. Вполне возможно, что здесь имеет место быть вот определенный, так скажем, страх, значит, ну, занимать определенную позицию. Вот. Это, ну, вот именно страх занимать определенную позицию, да, гендерную у вас. И вместе с тем, в другой позиции вы чувствуете себя больше безопасности. Вот. Соответственно, чем-то вас определенно одна гендерная позиция не устраивает, чем-то она вас напрягает. Вот. Она вызывает у вас, ну, какой-то вот негатив, да, вот. Она вызывает у вас, какие-то опасения, вот. И, соответственно, что нужно сделать? Нужно постараться увидеть, в чем, собственно, вам опасность заключается. Вот, вот. То есть, за счет чего вы обретаете вот эту самую безопасность в выбранной вами, значит, гендерной позиции. Вот. То есть просто посмотреть, чего вам хочется в этом. Вот. Это несложно, в принципе, если вот, ну, поисследовать, значит, вашу потребностную сферу, ваш опыт. Вот. И, собственно говоря,
В этом поможет психотерапия. Я бы не стал в качестве какой-то вот основной цели ставить, значит, избавление от чего-то. Вот, на мой взгляд, это не лучшая идея, вот, избавляться от чего-либо. Ну, вот, как-то детализировать, да, немножечко разгрузить ваши потребности, вот. Может быть, научить вас немножко по-другому, так скажем, удовлетворять и реализовывать, да, ну вот, ваши, опять же, потребности, вот, безопасности, например, и так далее. Это вот очень, очень важно. То, что вы рассказываете про свою семью, да, вот, говорите об этом, вот, ну, на мой взгляд, это ничего особо не значит, вот, потому что, ну, разные могут быть истории, и вот, чего-то вы можете не замечать вообще, да, то есть, что-то для вас может быть абсолютно нормальным, вот, а там потом как-то выясняется, да, что не совсем норма и не совсем, все, ну, не совсем все хорошо, вот, поэтому нужен анализ, вот. А, естественно, что я не знаю, как вот, говорили ли вы об этом, да, выражали ли вы это, ну, я имею в виду, вот, то, что, ну, то, что вас беспокоит, да, то, что вас тревожит, там, и так далее, вот. А простое проговаривание, в принципе, тоже довольно-таки большое значение имеет, вот, и как-то вот игнорировать это, да, ну, я бы не стал. Конечно, хотелось бы некой такой, ну, конкретики, да, по поводу того, вот, что вы, ну, что вы посчитаете решением проблемы своей, вот, потому что, ну, в этом смысле могут быть в целом-то разные, ну, моменты, да, разные могут быть так скажем, аспекты, да, разные элементы могут быть, вот, этих ситуаций, вот, поэтому хотелось бы, конечно, вот, как-то тоже, ну, поисследовать все эти аспекты, да, хотелось бы изучить и в первую очередь вот выслушать вас. Очень часто бывает так, что человек вот ну, в процессе проговаривания, да, своих, ну, своих историй, вот, сам понимает, для
себя какие-то вещи. То есть, ну вот, такое бывает. Очень часто, что называется такое, знаете, как инсайт такой. А, инсайт такие. Вот. Поэтому тут тоже не надо, ну, не надо, на мой взгляд, сбрасывать это со счетов, да, наоборот, проявить интерес, вот, проявить интерес к своей жизни, да, проявить интерес к своим чувствам, вот, и, значит, ну, посмотреть, да, посмотреть, куда, значит, ну, вас это может привести, да, то есть, вот, потому что, ну, как показывает практика, да, исследование себе, да, это такое очень интересное и часто довольно-таки непредсказуемое занятие. Вот. Вот как-то так, я думаю, можно вам ответить сейчас с точки зрения ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Значит, я вам желаю всего самого доброго. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Я надеюсь на обратную связь от вас по моему ответу. Это также позволит вам сформулировать для себя базовые постулаты для психотерапии. Вот. Всего самого доброго.